Буровая компания «Оазис». Бурение скважин, видеодиагностика, ремонт и чистка, инженерно-геологические изыскания. Гарантия не менее 5 лет. «Оазис». Первоуральск, улица Серова, 3А. Бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Свердловской области в наручниках и под конвоем заводят в зал судебного заседания. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Иван Ергеледжи получил деньги за содействие в прекращении проверок в отношении предпринимателя по фамилии Чиркин, который занимался вырубкой леса в районе Первоуральска. Деньги передавались через посредников. Сизов, выполняя отведенную ему роль, выступая в качестве посредника во взяточестве, по указанию Ергеледжи, якобы действуя в интересах взяткодателя Чиркина, находясь у дома по адресу поселок Наводкинск, улица 30 лет октября, дом 10, передал Ергеледжи, а последний, реализуя свой преступный умысел на совершение мошенничества с использованием своего служебного положения начальника УНК ГУ МВД России по Свердловской области, действуя из корыстных побуждений, получил от Сизова денежное средство, принадлежащее Чиркину. Речь идет о сумме в 1,5 миллиона рублей. В общении с журналистами бывший полицейский немногословен. Говорит лишь одно – свою вину не признает. Согласны ли вы с обвинением? Что думаете по поводу? Нет, давайте попозже, без комментариев. С родителями пообщаемся. Его адвокат настаивает, Иван Ергеледжи фигурантом дела о покушении на мошенничество стал не по своей воле. Якобы мужчина ехал навстречу к знакомому, чтобы оказать ему юридические услуги, не связанные с проверками по вырубкам. Он даже не имел понятия о том, какие договоренности с потерпевшим ведет Сизов. То, что деньги переданы были Сизову в машине, так, во-первых, мой подзащитный, он говорит, я даже не видел, пакет бросили, то есть я не знаю, какая сумма, что за деньги. Никаких доказательств вины моего подзащитного материала дела не имеется. Все обвинение исключительно на показаниях гражданина Сизова, да, который сам, как вы слышали, из фабулы обвинения совершил преступление. Однако почему-то его до сих пор к уголовной ответственности за посредничество во взятке не привлекли. Потерпевший в зал суда сегодня не пришел. Без него, по мнению помощника прокурора, заседание не может быть продолжено. Судья объявляет перерыв и принимает решение продлить меру пресечения в виде заключения под стражу Ергеледжи еще на 6 месяцев. Несмотря на все доводы адвоката и супруги экс-полицейского. Никогда никуда не будет скрываться. У нас появится, ребенок. Соответственно, долгая разлука с ребенком уже привела к каким-то таким неприятным моментам. Ребенок подросток и очень нужен сейчас отец. Заседание продолжится 11 сентября. Суд намерен заслушать потерпевшего, свидетелей, а также самого обвиняемого. Юлия Данилова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.